Добрый день, меня зовут Александр. На предстоящей выставке мы в ВВ Комфорте предлагаем две новые модели вертушки Трансроутер. Значит, это самая простая Россиня, самая максимально упрощенная версия, какая могла. До этого была Аворио, еще больше упростили, сделали Россиню. Все очень просто. Мотор не касается стола, вынесен, он вроде как бы на нем стоит, но на самом деле он стоит, видно, да? Отдельно развязан на трех опорах. Ну, здесь все очень просто, с этим столом можно. Да, отдельный свой блок питания у него есть. Цена 102 тысячи рублей. Очень просто. И технический шедевр — это крещендо. Слоеный стол. Также мотор развязан от стола, он внутри стоит. Из-за этого пришлось кнопки нету, пришлось применить регулятор скорости. Отдельный. Также входит в комплект. Только не вот этот, а вот я показываю на этот, вот этот. Вот этот трансроутерский регулятор скорости. Подшипник инверсный, обратный. То есть шпиндель наверху. Стоит ТМД. Вращение на магнитах сделано. То есть пасик крутит один диск, второй диск за счет сцепления с магнитами крутит основной диск. Также можно ставить за счет применения вот этого S-образного рычага любой тонарм от 8 до 14 дюймов. Ну, там 9, 10, 12, 14. Все свободно сюда ставятся. Вот, в принципе, да, и регуляторы у них, как всегда, есть, ну, тут они более сложные сделаны, но, тем не менее, они по высоте все вот вращения дисков регулируются. То есть можно и так, и сяк его устанавливать на любой стол. На любом столе можно отрегулировать уже